Здравствуйте, товарищи! Меня зовут Игорь, и я представляю вашему вниманию новое видео. В этом ролике мы с вами посмотрим на обзор и использование вот этого аэрографа. Аэрограф JAS 1120 – это самый простой и дешевый аэрограф из имеющихся в продаже. Его можно использовать для закрашивания больших участков при рисовании, создания фонов, нанесения лаков и грунта на модели и так далее. Триггер в этом аэрографе только открывает поток воздуха. Регулировать интенсивность его нельзя. В комплект вместе с аэрографом входит также шланг, переходник с гайкой на четверть дюйма, насадка на воздушный баллон, две емкости под краску, одна с простой крышкой, одна со специальной для установки на аэрограф, сам аэрограф изготовлен из пластика, но очень прочного. При этом корпус аэрографа шершавый. Это означает, что на него лучше не проливать краску. Если это произойдет, может так оказаться, что ее будет достаточно сложно удалить. Также в наборе имеется небольшая пипетка. Этот аэрограф имеет особенный штуцер. Его маркировка M505. Поэтому для подключения к компрессору той же фирмы JAS потребуется шланг с переходником, например, шланг с артикулом 1407. А теперь давайте посмотрим на этот аэрограф в работе. В качестве эксперимента мы нанесем на несколько тестовых предметов черный акриловый грунт серии Aero фирмы Pacific 88. Грунт серии Aero не требует использования разбавителя, поэтому наливаем его как есть в емкость для краски. Хорошо видно, что в итоге получается качественное гладкое покрытие. Теперь давайте возьмем уже окрашенные ложки из следующего ролика, посвященного аэрографу JAS 1173, и покроем их глянцевым лаком. Этот лак также предназначен для аэрографии и не требует разведения. Опыт первого использования аэрографа JAS 1120 позволяет сделать вывод о том, что к этому аэрографу, конечно, нужно приноровиться, но тем не менее он позволяет очень быстро окрашивать большие поверхности, что иногда бывает просто необходимо в работе. Насколько удобно будет работать этим аэрографом на реальных моделях, мы посмотрим в дальнейшем. И на этом все. Если ролик понравился, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал. Чтобы помочь развитию канала, пользуйтесь ссылками, приведенными в описании данного ролика. Большое спасибо за внимание, удачных вам моделей, до новых встреч!